Всем привет! Продолжаем тестировать дизлайки. Сегодня я хотел проверить так называемые чоки. Что из себя будут представлять чоки? Первый вариант — это полипропиленовая труба диаметром 20 мм. Второй вариант — это алюминиевая труба 20 мм. Третий вариант — это 10-миллиметровая алюминиевая трубка, вставленная в 20-миллиметровую алюминиевую трубку. И, соответственно, на один ствол без вставок. Посмотрим по дальности, по кучности, по скорости выхлопа. Стрелять будем в таком порядке. Нижний ствол без вставки, верхний ствол со вставкой, алюминиевая 20-миллиметровая труба, далее нижний ствол — полипропиленовая 20-миллиметровая труба, далее алюминиевая трубка 10-миллиметровая, вставленная в 20-миллиметровую трубку. Стрелять будем по листу пеноплекса. Начну с 5 метров и буду отходить постепенно на 5 метров. 5, 10, 15, 20 метров. Ну, 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. На 20 я не знаю, вообще попаду или не попаду. Приступаем. Ветер сегодня ужасный, так что прошу простить за звук. Если что, включайте титры, я их попишу. Целиться буду в верхний край листа. Если в какой-то момент тот или та или иная вставка или ее отсутствие не позволяет попасть даже в нижнюю часть листа, данный ствол вывывает из соревнования. Большой разлет, но при этом шары попадают в середину. Перезарядка и переходим на 10 метров. И 10 метров. Без вставки ствол еле-еле достает до пеноплекса. С алюминиевой трубкой 20 мм уже получше. Кстати, с 10-миллиметровой трубкой дизлайк даже немножко посильнее толкается. Такие ощущения субъективные. Так, пока все еще держатся, переходим на 15 метров. Все, ствол без вставки уже не попадает в лист пеноплекса.
как и ствол со вставкой алюминиевая труба 20 мм. Все, на 15 уже не попадает. Вставка из полипропиленовой трубы тоже не справляется на 15 метрах. Зато вставка с 10-миллиметровой алюминиевой трубой уже попадает в пеноплексы. Соответственно, финал 20 метров попадает только вставка с 10-миллиметровой трубкой. Переходим на 20. 20 метров попытаемся попасть по листу пеноплекса верхним стволом трубкой 10 мм. Одним шариком как будто бы зацепило за нижний край. О, сейчас уже два шарика прилетело. Что ж, похоже, придется ехать во вторник на Пулково и пытаться поиграть там с этим дробовиком. К какому выводу я сегодня пришел? Однозначно, дизлайки будут комплектоваться вставками под 10-миллиметровую алюминиевую трубу для увеличения дистанции поражения и скорости выхлопа шарика, потому что, очевидно, скорость больше, а настильность шаров выше, и они долетают до листа, даже на 20 метрах. Все. Всем спасибо. До скорого. Пока.